Противники расизма и крайне правые сошлись в субботу лицом к лицу в центре Лондона. Представители британского движения «Жизни чернокожих важны» отменили назначенную на субботу манифестацию, но несколько сотен их сторонников собрались в Гайд-парке, а затем двинулись в сторону парламента. Здесь их ждали участники акции по защите британских памятников, в основном сторонники движения правого толка и фанаты футбольных клубов. Распевая национальный гимн, они окружили статую Уинстона Черчилля и кинотав, памятник павшим солдатам. Наиболее решительно настроенные демонстранты стали забрасывать полицейских пивными бутылками и банками. В результате силы правопорядка применили слезоточивый газ, что, как отмечают обозреватели, происходит редко. Полиции в итоге удалось не допустить столкновения двух противоборствующих сил. На этот час о задержаниях не сообщается. В субботу власти Лондона заявили об ужесточении правил проведения демонстраций. Полиции предоставили право проверять вещи у подозрительных участников протестов и предписали завершить манифестации в 17 часов по местному времени. Глава МВД Прити Паттел осудила происходящее в столице, заявив, что не потерпит насилия в отношении полицейских.